Приветище! Это спасатель островов. И мы продолжаем очищать, собственно, острова от загрязнения. Тут всякий пластик собирать, отмывать деревья от слякоти. Возможно, это даже не слякоть, а нефть. Господи, что сейчас произошло с этой пальмой? В общем, под предыдущим видео было огромное количество лайков, огромное количество комментариев о том, чтобы я прошел эту игру и снимал ее почаще. И если ты тоже поддерживаешь это, чтобы игруха выходила почаще, то прямо сейчас опускайся под видео, ставь лайкосик и, конечно же, подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующих крутых видео. А сейчас давай наведем здесь порядок для наших носорогов. Надеюсь, после того, как мы уберем здесь мусор, они появятся и им будет здесь хорошо. Все, бутылочки, нет, не все, бутылочки я еще не все убрал. Здесь убираем. Наводим такой порядок, чтобы все блестело, чтобы все сверкало. Пластик мы весь с тобой убрали. Остается только отмыть деревья. О, кстати, смотри, яйцо. Я таких раньше не видел. Красивое, как будто пасхальное. Давай возьмем. Ты посмотри на это. Это же одно из моих потерянных яиц, которое выпало из гнезда. Фига себе, киви, у тебя яйца. Они, по-моему, больше, чем он сам. Я думал, что они потерялись навсегда. Может, ты мне поможешь найти остальные? Да без проблем. Я буду искать их везде. В каждом уголке. О, обалдеть, сколько у него яиц было. 20 яиц он где-то профукал. Как так можно вообще? Плохой ты, батя. Или мать. Я так до сих пор не понял, это он или она. Как ты думаешь, это он или она? Напиши обязательно в комментариях. А у меня тем временем закончилась водичка. Пойду-ка пополню свой трэш-бластер. В принципе, что такое? Опачки, смотри! Это же семена растений. Они могут быть использованы для выращивания растений, которые будут притягивать новых животных и денег. Ну ништяк. А можно их посадить? Вы должны посадить это семя на участке выращивания. А магазин Пикбиз — отличное место для приобретения семян. Использую приложение «Магазин» в своем бортовом компьютере, чтобы купить семена. Так, давай посмотрим. О, вот он, этот Пиксби. Давай-ка зайдем к нему. А вот и магазинчик открылся. Отлично. Здорово, я Пиксби. Добро пожаловать в мой онлайн-магазин, где ты можешь найти все самое лучшее. Итак, ты ищешь семена носорогов, правильно? Тогда ты их найдешь в разделе «Семена». Спасибо, Кэпс Винтус. Переходим в раздел «Семена». Блин, я даже не думал, что я тут буду что-то сажать, какие-то растения. Вот они, эти семена, значит, покупаем парочку. А зачем мы их покупаем, если мы нашли семена? Вот я сейчас не догоняю немножечко. Ну ладно. В общем, мы купили парочку. Ха, Face ID типа местный сработал. И платеж прошел. О, бот-доставщик. Смотри в небо. Доставка из магазина Пикби в пути. Вот это доставка. Мне бы такую в реальной жизни. Спасибо. Отдай мне семя. Свалил. Забираем. А нет, нифига не забираем, потому что у меня места нету. Чадзинь! У магазина Пикби есть много отличных предложений. Но помните, что это только хорошая ценность, если вам действительно это нужно. Спасибо за подсказку. Мне все нужно. Мне нужно сейчас скинуть пластик. Но сперва нам нужно отмыть вот эту фигулину, которая принимает пластик. Проснись и пой! Нужно немного поработать. Скидываем ему всю пластмассовую лободу. Забираем бабосики. Ништяк. Сколько бабла. Семена тоже забираем. Отлично. А теперь посади семена в участок для выращивания. Окей. Пойдем сейчас посадим. Монеточку заберем. А, они тут не лежали, нифига. Это, короче, так указывается место, куда садить семена. Ладно, садим семя. Его, наверное, полить еще нужно. Отличная плантация. Ну, сейчас тебе потребуется твой трэш-бластер, чтобы залить водой это семя. Нет проблем, у меня как раз куча воды. Заливаем. Готово. Ну, а теперь нужно просто подождать, когда это растение вырастет. Хорошо, Как-то оно... Фига себе, оно что, уже выросло, что ли? Ого, круто. В принципе, я могу здесь понаблюдать за ним, как оно растет. Офигеть. Забавно. Ладно, мы давай отойдем, спрячемся, чтобы не видеть, как оно... О, все, оно выросло, мне кажется.
Ништяк, я вырастил свое первое растение. Круто. Можно собрать вот эти вот ростки. И этими ростками можно покормить, я так полагаю, носорогов, которых у нас еще нет. Кстати, ростки чем-то напоминают панцирь черепахи. Что ж, но прежде чем носороги у нас появятся, нужно откопать еще одну плантацию. По всей видимости, сюда можно тоже посадить семя. Да, значок семени. Сейчас идем в магазин, покупаем еще одно семя. Пожалуйста, свинтус. Нам вот такое вот нужно. Все. Одного будет достаточно. Face ID считал нашу рожу. И почтальон сейчас нам привезет семечко. Ништяк. Блин, какая же все-таки реактивная доставка. Так бы с Алиэкспресс все доставлялось. Семечко берем, садим его, поливаем. Расти большой и здоровой семечкой. Ладно, поливаем теперь. Здесь все полито. В принципе, а вот пальма. В принципе, мы уже почти с тобой здесь все закончили. Красота. Здесь тоже поливаем. Водичка закончилась. Блин. Сейчас я быстренько сгоняю. Что произошло? Что? Побежал к морю набрать водицы. А тут носороги пришли, ты представляешь? Вот это да, носорог вернулся. Разве он не великолепен? Носорог является одним из особенных животных на этом острове. К тому же, ты можешь ездить на нем верхом. Но сперва тебе нужно с ним задружиться. Чтобы подружиться с ним, тебе нужно его покормить из своего трэш-бластера. А кормить я буду как раз вот этими растениями, которые я вырастил. Все, я въехал. Короче, набираем водички. Сейчас пойдем. Здесь все очистим сперва. Эй, пукалка, работай. Ништяк. Нам, кстати, еще нужно ключ достать. Вон там вот. Надо про него не забыть. А то я могу. Тут цветки у нас уже выросли. Шикарно. Поляна вроде бы очищена от мусора. От грязи. И, в принципе, а вот он, носорог сам. Засасываем его любимую еду. Мать. И давай попробуем ему... Стой, не пугайся. Ты посмотри, как он глаза выпучил. Такое ощущение, как будто он меня сейчас норок свой нацепит. Вот, держи вкуснятину. Ты возьмешь? Что-то он не хочет. А, нужно было отойти. Он переживал. Все! Я с ним задружился, что ли? Или он просто... А, он просит больше еды. Ну, сейчас я накидаю ему. Держи. Прикольно, как он кушает. По всей видимости, нам нужно, чтобы он преобразился. Потому что он серенький. А сейчас... Ой. В колобка превратился. Забираем с него монетки. Сколько денег. И сразу же налоговик прилетел. Засранец. Носорог наш переукрасился. Точнее, перекрасился. Теперь он очень красив. Поздравляю тебя, теперь у тебя есть новый друг. Ну, попробуем на него сесть, что ли. Ой-ой-ёшеньки, крутяк. Я на носороге. Обалдеть. Мой первый друг. Классно. А, и я на носороге могу разбивать вот эти глыбы. Шикарно. Так, а где еще я такие глыбы видел? Ух ты, он еще и на спринте может гонять. Еще такая музыка под его топанье. Так, подожди, я вот тут кое-что не очистил тебе еще. Давай мы здесь уборочку затеем небольшую. Все. Теперь тут красота. Осталось понять, как взобраться наверх и забрать ключ. А еще мне показывают датчики, что здесь чистота 94%. Странно, где еще мог не убраться? Есть вероятность... А, вот. Вот тут вот, смотри. Спряталась слякоть. Все, 100%. Отлично. Монеточку забираем. Я думаю, что нам нужно сейчас сбегать на берег. Потому что я здесь видел кое-что очень интересное. Во-первых, там мусор. А во-вторых, вон там вон что-то есть, видишь? Какая-то штука любопытная. О, я только сейчас обратил внимание, что это лицо. Лицо то ли макаки, то ли какого-то животного. Прикольно. Что нам делать? Нам нужно оседлать с тобой носорога и пойти разбить себе путь. Носорог, погнали. Вот этот путь мы сейчас себе разобьем. Бабах! Там монетки высыпались? Нет, мне показалось. И теперь мы направляемся с тобой в эту сторону. Бух! Еще разбили. Ой, сколько здесь грязи. Клякса! Вот они, злодеи. Мусоритель! Я все задавался вопросом, когда же эти проказники появятся.
Твоя шкала счастья может предупредить тебя, когда собираются появиться эти вредители. Что он делает? Он хочет монетку украсть? Этих мусорщиков привлекают блестящие вещи, особенно золотые дублоны. Держите ваши деньги в безопасности от этих мусоросборщиков. Как только деньги окажутся на земле, быстрее собирай их. Грязнюки не любят воду. Или засоси их в свой трэш-бластер и пульни в воду. Ты что делаешь, Отойди от трэш-автомата. Что с ним происходит? Как его колбасит. Этот грязнюк очень счастлив, что у него есть дублон, и он собирается взорваться. Ах ты засранец. Так вот откуда эти жижи появляются. Тьфу, блин. Ты посмотри на эту грязь. Грязные вредители. Следи за своей шкалой счастья, чтобы узнать, когда следующая волна этих вредителей. Будь готов их взорвать. Ну хорошо. То есть получается, когда я буду наполнять свою шкалу счастья, они будут периодически появляться. Я буду настороже. К тому же у меня... у меня все карманы забиты. Блин. Где тут банкомат? Тут есть банкомат? Ну вот, я на него уже смотрел. Кстати, яйцо! Ключ! Ух ты ж. Вот это мне фартануло. Единственное, что я по воде тоже не могу шибко бегать, потому что... Я не умею плавать. Я могу утонуть. Сейчас мы с тобой очистим банкомат. Закинем туда денежки. Чтобы грязнюки не забрали их у нас. Спасибо, налоговик, что забрал мою монетку. Сейчас нам нужно ввести пин-код. Какой же мой пин-код? Блин, я уж чуть его не забыл. 1, 2, 3, 4. Кажется, так. Да, я все правильно ввел. Скидываем монеточки. Банкоматик у нас счастлив. Ништяк. Ну что? Я предлагаю, кстати, а что если я на носороге? Хотя мне даже носорог не нужен. Я вот так вот сейчас залезу сюда. Заберу яичко. А вот ключик... я думаю, что мне, может быть, тут понадобится джетпак. Потому что смотри, что будет, если я сейчас прыгну. Разгоняемся. И, ух ты, я почти долетел, но я все-таки утонул. Хорошо, что я скинул все деньги. Потому что я бы их сейчас потерял, наверное. Да. Да, прыгнуть мне тут никак. Возвращаемся обратно. А, кстати, носорог умеет прыгать? Носорог! Давай попробуем с носорогом. Иди сюда. Да, носорог умеет прыгать, но мне кажется, что... что с ним не получится. Он не очень высоко прыгает. Ладно, собираем мусор. И следим за шкалой счастья. Блин, трэш-автомат у нас переполнен. У нас тут есть налоговик? Налоговика нету. Походу нам нужно оседлать носорога и ехать к налоговику. Погнали. Налоговик, привет. Я думаю, что стоит взять несколько даже монет. 23 монетки он насобирал. Офигеть, сколько много. Дай еще парочку, а. А лучше несколько. Сколько мне вообще влезет? Наверное, 20 монет я могу стащить. Да, 20 монет. Черт. Обратно надо затолкать ему лишние монетки. А именно одну, вот так. А эту я заберу, все. Монеток у нас в достатке, теперь мы сюда не будем возвращаться. Побежали обратно туда. Ну а пока наш трэш-автомат летит на очистку, мы ничего не сможем сделать, пока не очистим наш инвентарь. Нужно скинуть еду носорога, во-первых, потому что она, ну, не нужна уже. Трэш-автомат прибыл, скидываем мусор. Закидываем деньги в банкомат. У нас уже с тобой 96 монет. Обалдеть, сколько это много. Продолжаем сбор мусора. О, еще одно яйцо, смотри-ка. Сразу два яйца в одном месте. Круто. Мое потерянное яйцо. Будь с ним осторожен. Оно очень хрупкое, чтобы собирать его трэш-бластером. Подойди к нему и собери его. Ну, я, в принципе, прошлое яйцо тоже собирал ручками, не трэш-бластером. Значит, поливаем тут деревце. Шикарно. Чё, крабик? Наконец-то сюда первый краб заселился. Только где он? Я его не вижу. Монеточку чуть не забыл. Монетки надо собирать. Крабик, ты где?
Я его где-то слышу, где-то тут бегает. Где-то, где-то. Вон он побежал. Ха, засранец. Надо будет его покормить. Ты посмотри на нашу скалу счастья. Сейчас должны вылезти грязнюки. Надо набрать водицы. Побольше водицы. Так, потому что я не знаю, в каком количестве эти грязнюки повылазят. Все монеты я собрал, так что эти грязнюки не должны будут схватить монетку и взорваться от счастья. Собираем вот здесь вот пластик, и они должны сейчас вылезти. Грязнюки, они вылазят. Только откуда они вылезут? Где-то, где-то, где-то. Откуда же ты вылез-то? Вон он, вон он. К носорогу бежит. Так. Балыч. О, он еще и кидается. Он с меня выбивает токены и монеты. Слава богу, что он один вылез. Потому что если бы их было несколько, боюсь, они бы меня разорили. Блин, это опасно. То есть они могут с меня выбить монетку. Я счастливиться тем самым. А потом взорваться. Ух ты. Хамелеон к нам в гости пришел. Какие у него красивые глаза. Ну вот, осталось совсем чуть-чуть. Что происходит? Что случилось? Ой-ой-ой, у него, кажется, бутылка застряла в копилке. В крабе застрял пластик. Ему нужна помощь. Скорее помоги ему при помощи своего трэш-бластера. Я уже бегу. Где он? А где он? Вон он. Нет, это, блин, ящерица, хамелеон, точнее. Нет, это не тот краб. А, вот он. Блинский. Все, вытаскивай, вытаскивай, братюнь. Не паникуй. Все, с облегчением тебя. Но я не думал, что в них могут застрять пластмассовые бутылки. Вот так-то. Деньги все собираем. Тут какие-то ягоды для хамелеонов, я так полагаю. Опа, кажется, вылазит, смотри. Вредитель наш. Давай засосем его. Вот так вот. И скинем просто в воду. Пропал. Ха, классно. Что ж, в каком-то крабе застряла банка. А, не банка, а деньги. Крабик меня влюбился за то, что я ему помог. Знаешь ли ты, что ты можешь разукрашивать животных, которых спас? Ты можешь разрисовать их просто так, для своего удовольствия. А они не против будут? Пройди в магазин Пигби на своих часах, чтобы купить несколько цветных шариков. Ага, переходим к бортовому компьютеру в магазинчик. Вот сюда. И что я тут могу купить? Нет, это семена, мне не сюда. Блин, совсем вышел. Вот, нужно зайти в веселье. Вот они, цветные шарики. Давай купим. Ух ты, сразу за раз 20 штук покупается. А тут, кстати, есть еще какие-то шляпы, интересно. Видимо, я смогу одевать на животных еще и шляпы. Ладно, вначале разберемся с цветными шариками. Face ID считал меня, и почтальон снова ринулся доставлять мне посылку. Спасибо за доставочку. Отдайте мне это, пожалуйста. Цветной шарик у нас есть. Теперь мы можем разукрашивать своих животных. Давай вот на крабике попробуем. Пульнем в него. Прикол. Классно. А интересно, вот этого хамелеона, который еще не преобразился, смогу разукрасить? Нет, к сожалению, нет. Вначале он должен наесться, отдать мне монеток, а только потом я его смогу разукрасить. А где, кстати, мой носорог? Носорог! А куда он делся? Блин, неужели он убежал? Так, побежали искать носорога. Нужно его перекрасить. Вот он, мой носорог. Нифига себе, как далеко убежал. Перекрашиваем его. Какой бы цвет? Напиши в комментариях, какой цвет тебе больше понравился у носорога. Стой, 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 куда ты побежал? Вот мне кажется, зелененький прикольненький. Стой, дай я тебя седлаю. О, все, погнали. Я остановлюсь на зеленом цвете. Что ж, нам тут осталось совсем чуть-чуть. Прибрать грязь на вот этой пальме. Облить вот этот вот цветочек. И покормить всех животных. Ну, конечно же, собрать монетки. А, вот еще, кстати, пальмочка. Если это пальмочка. Вроде бы как на ней кокосы растут. Черепаха выползла к нам. Ништяк. Ой, какая она забавная. Интересно, чем она кормится? Чем ее кормить? Тоже кокосами? Ладно, сейчас разберемся. Вначале мы начнем откармливать, наверное, хамелеонов. Собираем их ягоды. А, места нет. Места нет. Потому что у меня есть пластик, который нужно скинуть. Сейчас мы издалека. Пью! Бинго! Все, собрали фрукты для хамелеонов. Пойдем их сейчас откормим. Тут монетки валяются. Блин, монетки не дособирать.
Скидываем монеточки. И давай сейчас покормим наших хамелеонов. Вот он. Привет. На, кушай. Что-то я не то сделал. Может быть, он цветы ест? Он, наверное... Да, хамелеон ловит же насекомых, которые на цветках. Блин. Тогда... Кто любит у нас вот эти фрукты? Может быть, черепаха? Куда она ползет? Черепах, подожди, я тут кое-что принес. Может, ты любишь это? Ну, точно. Эти фрукты есть черепаха. Держи. Тут даже написано, что это фишбери, то есть рыбная ягода. Как раз для черепах, потому что черепахи любят рыб. Еще чуть-чуть. Давай, черепашечка, готово. Черепаха нам заплатила. Налоговик, утеши отсюда. У тебя и так в достатке токенов. Давай-ка мы попробуем разукрасить черепашку. Черепашка. Во! Оригинальный цвет черепашки. Вот такой и оставайся красивый. Значит, собираем еще рыбных фруктов. О, хамелеончик отъелся. Шикарно. Вот, держи. Держи фруктик. Три штуки. И тебе тоже. Вот он, отъедайтесь. Сюда. А, ну, в принципе, черепахи у нас уже отъелись. Ништяк. Сколько монет? У меня ничего не влазит. Мне срочно нужно увеличить свой инвентарь. Как бы мне это только сделать? По-любому это делается через магазин, но мне там мало чего доступно сейчас. Черепах, ты в меня влюбилась, что ли? Ну да, она влюбилась. Ну вот. Давай мы просто останемся друзьями, а? Не ходи за мной. Сейчас мы разберемся с нашими хамелеончиками. И надо бы их сразу перекрасить. Ой, какой он цветной хамелеон. Давай другой цвет ему дадим. Вот, зелененький. Нормальненький такой. Красивенький. Так, ну, черепах, ну прекрати меня преследовать. Я чувствую себя, как будто за мной маньяк бегает. Вот еще крабик у нас тут готовенький. Так, кого я здесь еще не откормил? Нужно спасти еще одного животного. А, вот, хамелеончик последний. Отлично, я все очистил, всех спас, я вообще красавчик. Осталось только деньги в банк закинуть. Что, мне сейчас крабики... А, мне помогут тут черепахи. Вон оно что, вот как я доберусь до ключа. Все ясно. Ну, пойдем, попаркурим. Блин, так а может быть мне там и носорог как-то мог помочь с тем ключом? Наверняка... Ой... Чуть не упал. Эй, аккуратненько. Есть! Ключик у нас готов. Отлично! Ты собрал ключ, который сможет открыть тебе двери. Спасибо, Кэп, очевидность. Оп. Спокойненько. Главное не шлепнуться в воду. Потому что, как мы уже с тобой проверили и знаем, плавать я не умею. Ключ отпирает вот эти врата. Скорее всего, эти. Точно, эти. И здесь нам нужен носорог. Носорог! Ты где? Блин. Да, носорог от нас убежал, нужно сбегать за ним и... А, подожди. Может быть, я его смогу призвать? Действительно, я могу его призвать. Классно. Как автомобиль в GTA-шечке. Ну что, поехали, разобьем эту глыбу камней. С разбегу, бадах! Ништяк. Ух ты. Пигги здесь находится. Обалдеть. Привет, это я, Пигби. Добро пожаловать на мою биржу фруктов и семян. Я могу дать тебе дублон в обмен на любые ненужные фрукты или семена, которые ты насобирал. Это хороший способ заработать немного денег. Давай попробуем это сейчас. Ну давай, заторгуем сейчас со свиньей. Я, в принципе, и онлайн мог с ней торговать, а теперь приходится с ней еще и в реальности поторговать, да? Значит, нужно вкинуть вот сюда, прям в носяру вот этого вот автомата. Отдал 5 фруктов, и налоговик сразу забрал одну монеточку, скотина. Ну все, я понял, как торговать со свиньей. Это классно. Ну а сейчас нам нужно прибрать этот участок острова. К тому же тут есть гориллы, как нам показывал значок, которые могут лазить по лианам. Вот, как ты видишь. И там есть яйцо, между прочим. Но то, как мы будем лазить по лианам, ты увидишь в следующей серии. Если тебе нравится эта игруха, то ставь лайкос. И, конечно же, подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующего видео. А на этом все. Пока. Увидимся.